Так, Вот ребят, эта вот все, панель я готов. На Прожимайте свои. кабине, которая и по боку от система него. охлаждения. Да. И на что мне их заменить? Блядь, ну на что-нибудь от этих, от бешеных. Тогда хпшки мало будет. А у бешеных такого ничего нету, а лимит деталей подпер. Ну ладно, 2000. Пошли, испытай свой крафт, а там уже видно будет, как дорабатывать. О, 147, пацаны выиграли. Но они сейчас возмущаться будут, что мы сливаем. Если мы сливать, конечно. Да ладно. Не, мы постараемся аккуратно, то есть спешить не будем, в раш не пойдем вообще, аккуратно да. будем, да и все. Просто у нас дальников нет, нам. Стой. Ну, вот же мы же дальники на жнецах, ты че? А, ну ты имеешь в виду пушкарей, да, нету? Я понял. Да, ну жнецы все-таки не настолько, да. Ну да, они, там, они в конце мало. Это наши. Вот как раз. Сейчас к нам приедут, а ты их. Раз и все. Ну это очень удачная попалась хуйня, да. Мой терзатель. Можно сразу в режим ног и не спеша идти. Блин, ну, Тесла стоит. А у тебя капканов нету с этими аннигиляторами? Нет, у меня доплер. Блин, доплер у меня есть, ты мог бы капкан поставить. Ну ладно, поехали, пока у тебя крафт собрался. На кстати, этот крафт вообще... Второй бы крафтец, где да, где капкан, ну типа один такой. Да-да-да, ну подожди, подожди, Миша, вы вперед не лезьте ли тут. Если что, у Вани есть капкан. Да вот здесь столько, они сейчас сами сюда приедут. Вон они. Не факт, они на захват. А, едут, по-моему, да? Да сейчас будем простреливать, они поедут все равно. О-о-о, выбил там. Мне для верификатора 60 монет надо. Ваня, Ваня, не иди сильно. Он один там круто. Так, я выбил сайдизу. Можно зайти забрать вон одного, че. Ну пошли, давай. На базу Миша? Слева один. Слева один. Нет, они уже объезжают. Пошли тогда мы на захват встанем, пускай они туда приедут. Вот а туда все, уже... объезжают. Давайте на захват вместе, главное. Давай, давай, мы на захват. У них капканы есть, блядь. Один там у одного только. Возвращайся. Вот он зашел. Фух, Миш, тебе повезло сейчас. А вот сейчас не повезло. О, нормально, сидят на капканах. Давай, там давай. Пиздец. Ауч. Таня, ты не бери, да ты бочку возьми. Вон бочка, не фаер, фаер. Фаер вот этого, давай. Вот этого, да. Ну я вот понял. А, нет, это не бочка, но... Не, это не бочка. Бочка на капкане, походу. Да, мне надо, походу, все равно перейти. Так, сейчас меня он распилит уже, ребят. Тарань, тарань его этого. Нет, 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 подцепи его. О, давай, давай, дронами. Он дронов уничтожил, ты. А, это со скройтом, да. Бей. Мне как раз толпа заехала. Надо было этот на капканах как-то поаккуратнее. Да, на капканах. Ну сейчас будем осторожнее, блядь. Даже я, короче, старался в этом крафте все под днище упихать. Мне, знаешь, я, короче, хотел, пока они на клубка не стреляли, я стрелял, чуть-чуть назад отошел, и мне крыша не мешала стрелять, короче, и вот за это. Сейчас постараюсь осторожнее, блядь. Ну, сколько ног? 8 ног. Как у настоящего паука. Ну да. Не, мне, видишь, одной не хватает ноги, у меня вообще все 10 были, но я когда улучшал их, теперь 9 улучшенных, одной не хватает, вот сейчас доделываю ее. Ну, я думаю, сегодня я уже поставлю ее, к завтрашнему должно быть. На захват встаем сразу. Давай на захват, только не будем уходить-то. Они справа идут. Блять, бочка вон уже, моя хуйня. Что, на захват или нет? Давай на захват уже. Да, да. Простреливать, наверное. А, так вот он, выбил с инвиза, вон он. Так, 400 дал ему. Справа заходит. Справа заходит на меня. Пускай копия откроется ко мне. Так, все, у меня собака. У меня тоже сзади собака, я держу одну. Давай, я тогда этого заднего твоего. Бля, гибрид, да иди нахуй, тварь. Ну все, минус я, мне... Нет, я... Нет, ничего, распилили.
Могу только его помогать вам вот так вот подвигать. А мы думали, что это наши ребята. Так, у меня тут сзади немножко. Ох, меня тоже пилят. Блин, у тебя ситуация, да? Я одного держу, ребята. Нет, не убейте их. Пытаюсь, пытаюсь. Я все, съебался на вас. Нет, один горящий у них. Один горящий. Я его опять увожу от вас. Все, я мне раму отпилили все. Это вот этот, который, смотри, с пилами ездит, он, походу, рамы всем спиливает. Да, он такой. Видишь, смотри, что он делает. Да, не пиздец. За секунду, смотри, сколько у него, он 2200 было. Давайте тогда я вместо доплера поставлю капкан. Да, давай. Это сильно не поможет. Блядь, ребята выиграли. Давай разок еще катнем, если не получится, тогда уже все. Давайте, да. Зря мы на эту базу пошли, блин. Надо было их ловить где-нибудь в узком этом, чтобы они вокруг нас ездить не могли. А они так бы на захват встали и захватили точку, да ушли. Ну, по идее, да, мы бы их быстро не расстреляли. Поехали. Поехали. Кто вылетел? Я на месте. Да нет, это не обязательно. У меня вот команда противников показывается. Сейчас посмотрим. Тош, ну это прям слабенький. Ты тошнил, ты пиздец. Так, я на месте. Кто вылетел? Все на месте? Никто не... Да, вроде на месте все. Давай попробуем от дефа тогда играть или что? Не танка это, кто-то, что-то знакомое. Они будут рашить и нас заблюют тошнилками. Да. Ну давайте поехали. Это невыгодная против нас пачка. Для нас она невыгодная. Наверное, пауки в натуре вымирают. Вот здесь капканы накидаем, чуть-чуть дальше отойдем, да и все вот на наш рез. Давайте что, капкан Вань делаем. Ой. Можно раш пачку собрать, Ваня может сосиску взять сейчас, смотри, а я могу этот взять, на жнецах утюг. О, они разделились, убивайте этого, который зашел. Вот он здесь, возле меня. Кто это? Прожал. Тошек, Тошек здесь. Убери ты, бери. Тошек минус. Так, вот он еще один, давай забираем его. Саня, вот как раз тебе вот эта выгодная пачка, кстати, против вентилятора. Я дальнему накидал чуть-чуть, где-то 200 ему дал, по мелочам. Все, этот бейт тоже. Блядь, короче, они... Что, паука пошли, пошли заберем? На тошнилку, Саня, на тошнилку, мы на тошнилку, давай. Ага, мы на паука тогда пошли с Ваней. Я на перезарядке. Где-то вот здесь нахуй. Ваня, я перк прожал. Простреливай. Вот, блядь, что, нормально? Нормально, что, давай, паука заберем. Давай. Не пиздец. Держитесь, мы этого полка уже почти забрали. Да ей тоже. Сейчас едем к вам. Ну вот. Да, вообще отлично. Блин. На этом крафте гораздо удобнее поворачивать, чем на тех до этого, которые были. Да, да, этот у тебя, я смотрю, нормально. А сколько там колес? 6? 5. А, ну правильно. На 6, блядь, замедлил. Ты смотри, я как на панацее сделал практически 5 колес. Вот отлично, у тебя хуярится 5 вообще. Ну если они сейчас опять так же по-тупому зайдут. Не надо выезжать, наверное, что, может, давай подъехать? Да, 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 стоим, стоим. Саня, давай, мы прячемся за ними. Вот, конечно, невыгодно эта сторона, блин. Я до этого просто... Все-таки мне крышу надо переделать этого паука, блин. Нормально. У меня крас как на неповоротных колесах ездил. Ты поэтому смотри, я во всех врезался.
Ты дрона кидаешь и уёбываешь вокруг вот этой вот хуйни, например. И всё, он тебе ничего не может сказать. Так, один он зашёл. Они за, по банану заходят, Там в инвизив. Так, выбил. Вани. Тоже, давайте помогаем, он один там пока что стоит. Пока мы подъехали. Хотя нет. Сзади не летал. Сильно не идите, Тошики далеко тоже кидать паук не один. Могут с этими. Нет, паук один стоит на центре. Не надо, не надо, да. Мы за ним пойдем, они сейчас это. Давай Тошиков заберем, паук пофиг на него. Капкан, мама... не забывайте обновлять, когда это. Вон они там, два на два разделились. Уже. Давайте этаж Тошиков забирать. Вот здесь, который на, у меня в углу забирайте, который вот на банане их забирает. Да, поехали, вот на этих двух. Вот сюда, давайте помогайте. Давай, 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 на этих двух. Давай, отлично. Извиняюсь. Только нахуя подбирать? Уезжай, уезжай со мной оттуда. Сейчас мы пошли чуть-чуть. Одна, по-моему, пошли. Хорошо, я его тебе подцепил. Иду, иду ком. Капкани. Короче, это овощи. Да блин, они просто толпой рашить не умеют и все. У нас, кстати, та же проблема. Да все, сейчас заберем этого паука, держи его. Я просто Тошика помог добить. Не, паук, а, блин, поворот. Пушки это такое. Кстати, мамонты сейчас хуже стали. Реликты вышли, их там то ли понеркали, то ли чуть-чуть. Не, мамонты не трогали. Не, ну в принципе на этом крафте аннигиляторы играют новыми красками прям. Ну вот аннигилятор с пауками вообще топ. 164 рейтинг, 164. Ну вот, пошли дальше. Сейчас я будем до бронзы доходить. И они, и мы, может, сейчас и вырвемся. Сейчас Варь выиграем. По крайней мере, смотри, если мы две победы делаем, мы выигрываем. Если кто-то один из нас победу, ну из команды, либо мы, либо они делаем, все равно в минус не уходим. Так что тоже выиграем. На середине держимся. Ну это наш клиент. Блядь, гелик еще. Гелик тоже опасный. А кто у них там был? Два давай гибрида, на мост, гелик, на мост выйдем и простреливать, да. Будем, да. Или пульсар все равно через всю карту накинет. Пульсар накинет. Пульсар через... Нет, пульсар не надо. Что делаем тогда? Я, короче, постараюсь пульсара и гелика забрать. Ну мы можем на базе стоять и от захвата это, блядь. Давай, но потому что если мы отойдем, мы уже с Ваней не вернемся на базу быстро. Мне сейчас капкана обновлять невыгодно, у меня 5 этих всего. Я бы кашку не стал ставить. Правильно сделал. У меня, кстати, машин 1200 патронов на каждом жнеце. Всего с двух БКшек. Раньше с 4 такой был. Жнецы же. Так еще БКшку уже апнули. А это по мосту пульсар идет. Значит, вот справа здесь гибриды. Собаки, Саня, вот сюда. Здесь собаки. Он заходит. Ой, Миша, до свидания. Давай, я стреляю. Не-не-не. На гелик поехал. Блин, ну Ваня пауза. Ваня, я помогаю, стреляй, на другим помогай. Искру отбил, искру отбил. Уезжай, уезжай, уезжай. Миша, у меня гелик. Искру этого тоже отбил. Да я, у меня собаки тут. Я гелик катаю. Давай этот. А у меня пульсар. Я вот этого пульсара, короче, кидаю. Я на пульсар не поеду, блядь, потому что это... Гелик горит. Все, все, возвращайтесь в деф, возвращайтесь в деф, пускай приходят сами. Сейчас, подождите, добиваю гелика. Ага, тогда мы едем к тебе, я к тебе иду. Давайте, добил гелика. Где-то на пульсар пойду. А, Ваня, ты стой на захвате. Давай пульсара забираем. Ну я еду к вам на колесах, правда, пока доеду сейчас. Давай, Саня, правильно, в инвизе, в инвизе. Сейчас я сейчас догоню тебя и... Только не умирай, в инвиз, ебись куда-нибудь. Он меня из инвиза уебил. Бля, а меня сейчас он ебанет. Ковера сейчас попытаюсь... А, все, нормально. Ну вот, в принципе, гелика я забрал, а вы остальных как бы нормально. Ну это тема, что ты гелика забрал, вообще топчик. Он не собак, понятно, собак, собак мы с вами вообще быстро забрали, вообще в легкую причем. Нормально. Давай дефим так же, пускай приходит. Да, стоим, ебалом, чего. Вот эти рассвета выгодные детали, детали эти отражатели вот эти вот, которые, видишь, у меня стоят типа крылья машинные. Ой, как я хочу за 5000 хп завести ему, а, вообще прям. На колесах у меня спокойно за 5000 заходит, на лапах фиг. Так, по мосту ебашат, короче. Да они все равно не пойдут, он простреливает просто. Хотя вот они уже заходят. С этой стороны решили все зайти, с моста смотри. Вообще, я тут куканов накидаю.
Самый правый. Да пусть пизду, мы не высовываемся, пускай они думают, как зайти. Я Глифера прожал. Вон он там. Так, а я этот прожал, перк, потому что он там накидывает уже. Давай дефим, пусть они сами сюда заходят. В кругу будем стоять и все. Мы с Мишей уже зашли. Ну я зря вы зашли, вам дефить надо, ребят. Ну че вы дефить? Давай дефить. Ваня, пошли, помогай тогда. Блядь, ну у меня гибрид. Ну говорю же, не надо было вам выходить. Че вы высовываетесь? У нас все равно так, победа есть. Нам по, мы по любой дефить могли смело. На гибрида не кидай только. Не кидай на гибрида. На этого, на гелика, на гелика. Ой, он не хорошо так причесал сейчас. Блин, они тебя заберут, Ваня, ты где? Они без копий, короче. Ваня, назад на базу возвращаемся, да, будем от дефа играть. Они Ваня, сейчас тоже на базу уйдут. Да, да, да. Ну пошли. То, что нас забрали. Ну вот потому что не надо было высовываться, чего вы вылазите, блин, нормально же первый раз от дефа сыграем. Да не знаю, Миш, поехал я за ним. Ну не надо было, я так же сам вечно еду вперед, а ты мне говоришь режим, но включай. По мосту походу идет. Да, сейчас на захват один уйдет у них. Пошли встанем на захват, пока они не встали и все. Он у них уже встал. Разворачивайся уж. Давай тогда возвращайся. Да пошли, ладно, Вань, добьем, да и все, кого добьем. Мы уже сейчас ничего, ребят, не сделаем, мы вам про что и говорили. Ну да. Инвиз Пауэр. Да они вон даже не пытаются, понимаешь, они пытаются свалить сейчас и все. Я ему по 400, одному 400 накидал, второму там 200, наверное. Они сейчас просто будут кататься туда-сюда. Да они, видишь, они, блин, даже по идее, они даже двух этих боятся, двух пауков просто боятся и все. Ховеры же, ты, вы их шатаете как бы, и не дайте на капкане. Мы тут там вообще делаем базу на самом деле. Мне кажется, это все этот бой. Давай я хоть ховер разберу. Базу все равно не дадим. Давайте, короче, просто сидим, никуда не выходим. Да, вот вы особенно, мы-то с Ваней точно никуда не уйдем, у нас физически не позволяет. Миш, прячемся за пауку. Только не вылазьте, если они будут подходить, вообще не вылазьте. Пока они совсем к нам в круг не зайдут, вот тогда только вылазьте. Вот за горку не отъезжайте. Вы вдвоем, понимаешь, смотри, вы отъезжаете даже за маленькое вот препятствие. Мы пока обойдем, вас уж там разберут. Просто ждем их. По мосту и башне. Ты, Саня, главное, ты только не умри, постреливайте, ты вообще... чтобы они не зашли даже. Так, если у вас БКшки много, давайте. Ничья-то, если будет, выдал, вон он на крыше стоит. Пусть стоит, не едем. Да-да, не едем. Миша стоит. Да, я не еду. Сильно, да, сильно не трать патроны на жнецах, чтобы тебе в ближнем бою потом хватило отстреливаться. Они нас издалека закидают этими гусарами. Ну а что ты хочешь сказать, продавливать пойдем их? Ну, давай спрячемся вот так за стенку куда-нибудь, чтобы они издалека не прохигачивали. И будем ждать, пока зайдут. Прячьтесь за стенку и все. В инвизе, верификатор прожимайте. Так, вот, прожал. Да он там на горке стоит совсем, ничего его там прожимает. Вот он. Продавливаешь борь? Не-не-не, я назад отошел. Заходишь. Он выманивает нас. Там они одного оставили. Пошли вот на мост, пройдем туда. Только вы за нами идите. Сюда налево пошли, где вот все они, и будем сейчас вот так простреливать. Давайте сюда, ребят. Саня, не туда ты заехал, да? Да. Ребят, ну чё там? Бля. Подъезжаю. Гелика жму.
Так, все, гелик упал, остальные помогают. Ваня, далеко от базы не отходим. Саня, живи любыми путями. Я на захват тогда. А ты что, пустой? Гибрид. Гелик прожал. Саня, смотри, тебя сейчас поебашит. Ой, блядь. Нам надо одного сейчас по-любому забрать, иначе. Слева. Боря, слева. Подожди, я вот этого заберу тут, ну все. Кусара заберу и все. Давай там гелик сейчас еще может заберу. Заберет. На капкане гелик. Хватило чуть-чуть. Блин, даем. Второй раз они грамотно сыграли. Ну да. Все, парни, забыли. Сейчас построимся. Что по рейтингу? 137. Короче, они и мыслили. Так они два раза получается, не? Было 167 рейтинг. Мы за это время один раз ебали, они значит два раза. Так, скорб. Светля. Ну, скорб. Вот эти нам ебало сейчас сломают. Согласен. Я думаю, знаешь, что смотри, мы против таких, когда играли, надо в дефе сидеть на этой карте, в любом случае, просто в дефе. Они нас расстреляют. Сдали. Ну, просто пошли. Вот как пульсарщик вы власти согласен, накидывать. Ладно. Давайте, предлагайте стратегию, пошли там. Я забираю скорпа. Угу. По низу или где идем? По низу скорп. По верху тоже скорп. Все пути ведут к скальпу. Ну хотя бы бочками это нет. Угу. Нормально он мне так попал. Скорб на этом стоит. Ладно, ну по воде. Вот этого свершка я накидываю ему. На свершка 300 Саня, дал. Куда, ты где? Давай. Прожимаете или что, вы заходите? Да, ну, давайте. Да, поехали. Ну, сверчок там вдалеке стоит, пошли его ебать. Давай на сверчка. Так, я прожал, сейчас сверчка выйдет. Вот он. Блин, ты жалко, что скинул у него дронов. Быстро, а? Дробашка капкани. Да я собачку словил, но я живой. Я сейчас стреляю по твоей собачке. Я за скорпом. Сейчас заберем. Я прожал. Скорп на капкане. Искренне благодарен вам за капкан на посту. Я на сверчка вода. Так, у меня двое. Помогаем. Сверчка вот, по-моему, пустой. Нет, хек у меня. Боря, стой на месте, я его расстреливаю. Да тьфу, тупой мост. Я скорпа сейчас из-за этого прыгучего моста не забрал. Ох, нормально, нормально. Главное, не пошли ему с нами. На захвате оставайтесь с нами. Скорб дымить уже. Давайте. Он капканский сектор. Давай, он на мосту летит. Сектор, заберите один сектор. Вон скорбь. Миш, тебе ему пару выстрелов по кабине прям буквально. Выстрела 4. Точнее, выстрела 4? Да, давай, не, давай. Не наврал. Блять, у меня... Блять! Ну ты прям вообще, я ищу и на видео. Твой крутой бой, я теперь в этот красаут-шоу отправлю. Золотишко получу. Че, пошли так же продаем, да, через мост их или что? Миш, тебе надо было реально красаут-шоу записать, такую сальтуху сделал и это. Ну я зато видео записал. Это смешно, блин. Писал, да? Да, там вообще грамотно получилось, ты бы видел это. Он прям такую сальтушку сделал и перевернулся на и колеса добил скорпа. И добил его еще, вообще. Саня, ты, блядь, вот напрасно это делаешь. Зачем ты? Так, не уходи, Саня, не уходи первый, далеко не уходи. Ты сильно далеко ушел, Саня, прыгай под мост. Вот мы сейчас зайдем, потом вы заходите по низу уже туда. Давай, мы под мостом идем. Давай, мы по верху. Я вот по скорпу хреначе. Скорпа достается. Миша, я далековато от тебя, если что. Не, нормально, я сюда. Так, Ваня, ты где? Давайте, Борис полетел. Давайте, вместе отсюда. Я захожу.
не скорпа, блин, мне, вот мне только скорпа догонять. Так, инвиз здесь рядом. Опять он на меня дошел. Я на скорпа. Вот, блядь, скорп. Скорб горит. Скорб минус. Красава, Санёч. У меня гибрид. Дронов не контрит. Сейчас мы этого нитхега разберем, подожди. А, нет. Все, нитхег пустой, давай другого. Брось там. Гибрид сзади меня где-то. Пойду за свечком. Вершок брики, так что не переживай. Вот, да, гибрид сзади тебя. Давай, я по гибриду, я по гибриду. Слушай, а прожимать вообще пацаны выгодно, что стоять ждать, пока они нас разберут, да? Красиво забрал. Нормальная темочка. Ну давайте вот так и будем аккуратно играть. Вы вперед нас сильно не лезьте, тогда нормально получается. 146, вот мы один раз выиграли сейчас. Они что, стопанулись или что? Они... Да, они стопанулись. А, они да. А почему? Интересно. Не знаю. Нам небось пишут, не сливайте. Мы, у нас стабильно какая-то. Да, мы если один раз слили, один раз подняли. О, мой клиент. Ой, бля. Мы играли бы против. Тоже о. Мой клиент. Прожимать идем или что? Это твой. Бля, тут, по-моему, надо. Ну, короче, прожимать. Я любого могу чисто кидать, кроме крушака, наверное. Да, крушака не надо, а так любого. Скорпа, лучше скорпа. Да. Ну, забирай скорпа, тошнилка вас разберет. Да. Тошнилка, ну, после. На любого вообще кидания ошибешься. Да, давайте давить их. Скорпа, да, скорпа. Только вы быстро не идите, мы с вами потихоньку пойдем. Ну, эти нам точно ебалось. Эти просто, ну, как бы, конечно. Они нам уже это... Уже ломают? Что-то вы уже ломали. Осторожно. Не, зря ты инвиз прожал, они еще это. Так, не заходите, подождите. Да, мы ждем. Так, крышак по центру, тошнилка по правой. Ваня, ты где? Скорб слева. Один. Все, заходим. Давайте вы вылетаете, я чуть позже на секунду три. Я первый пожал. Скорб слева, самого лева стоит. Да, да, увидел. Укрлорд. Так, прожал берег. Увидел. Да, тошнил, это там тоже не тут пишем. Это скорб покинул. Ай, меня кушак поймал. Все, я без. Давай, Миша, я тебе помогаю его добивать. Все, я пустой. Меня крушак просто поймал и все. Ну вот это почти говорю, надо было его. Я скорпу мешаю, как могу, короче. Давай. Так. Вот этого. Давай, Миша, вот этого. На капкане скорб. Скорб на капкане. А, скорб, все, давай, сейчас заберу его. Сверчок тоже на капкан. Я из букет делаю. Давай вот этих вот. Ну, букет. А, закинь еще капкан туда, если не. Да блин, не успел. Они просто на таком букетике висели. Скоро там уже. У меня крушак, он меня перевернул. Стреляю по крушаку. Блять, я все, я бейби. Этот, блять, горит, сверчок горит. На капкане. Отхожу. Блять, сейчас я его попробую. Подорваться. На втором капкане, на двух капканах. Давай, сейчас его заберем. Давай, дюк. Уже все. Просто распятали на этих капканах. Что там у нас? Сейчас нас заберет этот гад. Да ой, заберет, он горит. Обидно, пиздец, вот этот горит. А давай базу, пусть они сейчас вылезут сами, подожди. Ага, хорошо сказал. Саня, слушай, ну мотай, если можешь, свали. По захвату победим. На еще один. Блядь, ты не свалит. Скажи, на одну колесо. Да вообще. Вот если бы ховер был, вот я так выигрывал. У нас захвачено было, просто уебывал на ховер. Ну да. Блин, я застрял, нет. А у них один вот этот оставался, да, и все? Из живых, да. Блядь, он горел, сука, я его не добил, потому что мне крышак помешал, пиздец. Давайте, это... надо теперь поаккуратнее зайти как-то. Не спеши. Если бы я на крышака не залетел случайно днищем, то я бы еще там их
Их кстати, по центру самое выгодно идти, тут меньше этих прострелов у них. Больше препятствий всяких. Саня, крюшака не слови только, тебе до ховера надо доехать. Да, ты в конце. Я ехал на скорпа, и в итоге меня под днище крюшак зажал. Ну у тебя тема с капканом получилась. Ты на капкан посадил, дронов кинул и свалил, да, получается? И там двое сидят на капкане. Ну надо было еще капкан кинуть потом. Да я не успел, что-то это растерялся. Саня, старайся. Стараюсь. Они в дефе сидят, сидят вообще. Нет. В дефе. Че, выходим на них? Давайте. Сейчас нам будет сложнее тут дойти, это лучше. Скорп у них по центру. А, скорп один, я поехал на скорпа. Давайте займите кто-нибудь кушаком. Ну я вот стреляю по этому по ховеру, потому что меня они просто жмут. Все, они на вас переключились, я того забираю. Я, короче, поймал скорпа на этот, на капкан. Давай, я поймал. Уберите дробовода от меня. Дробовод? Ну опять под ничего не залез, не надо. Фу. Убегай, убегай, дронов кидай и убегай на. Ваня, ты где? Ох, извиняюсь, Вань. Да я отойду. Вон он там дальше. Он скорпион. Что летает просто так? Ты это не делай. Что ты пацанов-то это оставил? Давай, давай. Опа. Давай, быстрее. Давай, выруливай. У тебя нормально, у тебя три колеса на дробаша кидай. А, нет, да, вот на этого. Забрал. Давай, добивай. Ваня, дошни, добейте, удайте один раз. Ага, понял. Добил. Давай этот. На капкане. За меня прячься. Я за Ваней. Ваня, давай. Я вот жгу как могу дронами, но все это. Скорб на живой КД. Вообще, бля. У него они дымятся сами скорпы, но он живой. Давай, у него горит БКшка. Ну а, сильная МПшка, сильная на самом деле. Там же тошнители еще, скорп еще, и блин, это скорбь. Это уебищная карта, она слишком открытая вот здесь. Ну это ихняя карта, ховерастов карта, видишь? И они слили. А, нет, они не играли. А чего они не играют? Не знаю, решили остановиться, посмотреть, как мы играем. Может кто-то отошел у них. Да, скорее нет, всего. Скорее всего. Скорее взять этот игра. Кого? Граф с 3000 может взять. О! Ну-ка, что это у нас? Блядь, это не очень. Ну, это такое. У него сильно много хп по дробовикам. Давай, короче, аннигиляторов забираем туда. Ты, Саня, этих хивошних дронов сбивай, аннигиляторов хивошних своими. Да. А по нему не стреляй. Пошли так же потихоньку зажмем их, или что? А них кто последний был? Мамонт. Мамонт. Реально. Но без капкана. И то у них мамонт какой-то, у него 1002 прочки. Хиленький. Да, пошли вот здесь деньги, вот по этой стороне пройдем. Сильно не будем. Не особо жирно. Вперед не лезть. Да, вон они там. Можем издалека их, смотри, мы их можем с жнецами издалека выманивать, а они там дефятся. Вот тут будем стоять и настреливать просто. Из дальников, там не мамонт, есть кто-нибудь? Мамонт у них какой есть. Не, ну хотя нет, мамонт нас перестреляет, идти надо. Гелик. Ну тут давай, да, встанем, вон там кто-то. Не едь, Вы не едьте, вы что, мы только подходим. Да, назад. Назад, ребят, все, вот мы сейчас уже под... Я подошел, Ваня, ты где? Так, я первого пытаюсь вот этого наземного забрать кого-то. Мамонта вообще забейте, то что он там стоит. Гелика вон главное забрать. Гелик. Вот сейчас давай заезжаем, Саня, заезжаем. Вот сюда. Теперь заезжайте, ребят. Только не на мамонта. Блин, на мамонта вообще не заезжайте, забейте меня. Да. Вот я аннигилятор подтолплю. Давай на аннигилятор, сбиваем и помогаем. Это мне он даже не поворачивается. Пиздец, мне одной тычкой, блядь, отбило это. Ох-ох-ох-ох-ох, блядь. Назад. Я подорвусь на этом капкане, мне пиздец. Он смачно, дробовик дымится, по дробовику бейте. По крюшаку, крюшак сбейте, он. Ну
Ну я понял, понял, подожди. Таня, добей крюшак. А, я. Да это. Бью-бью. Сейчас перезаряжаю. Что-то не собрано, мы зашли, короче, как-то вообще. Че, в смысле я? Мне как-то легко дробаши отлетели, я не знаю как. Это пушкарь попал или. Скорее всего, пушкарь попал, он по вам стрелял. Смотри, можем сейчас, знаешь, как с двух сторон их попробовать прожать. У них же, смотри, на базу с двух сторон заход. И с одной, и со второй. Мы да. С вами по ближней зайдем, а вы по какой-нибудь дальней зайдете. Да подрывайся, не трать время. Подожди. Слушай, что ты хочешь сделать? Ты тянешь просто время вот каждый раз. Блять, почему дробаши так отлетели? Вроде нормально все было. Смотри, уже двух нету сразу. Они кинетку разгрызли. Так, все, мы пошли с Ваней. Давай мы с левой стороны зайдем, а вы зайдете с правой стороны. Окей. К этому квадрату к нему подлетайте. Они вон чуть-чуть вышли. Сейчас они этот зайдут. Обратно заходят в дефишн. Ваня, ты биграмму попробовать не хочешь? Нет. Таня, давай крюшака первого. Подожди, только не заходите, меня... только подожди, не заходите, подожди, ребят. Подожди, стоп. Мы с Ваней не дошли. Так, убегай. О, блядь, а они уже, они сами рашат. Ну, потому что ты слишком близко подошел. Очень слишком. Вот ты, вот ты и подвох. Я еще и на капкан сел. Ой. Так, что, мы вдвоем остались? Нет еще. Вали от них, вали. Блин, тут куканов. Ну вот я тебе сейчас подъехал, стреляю. Ваня, надо поэтому, блядь, потому что они тебя привезли. Вообще, самый первый раз зря мы против них пошли, надо было дрэп сидеть вообще. Это они правильно сделали. Все, бритый будет. Да я нет, сам бритый. Нет, не, разделяться это, блядь, такое было. Ну давай тогда, вы должны тогда после нас закрыть. Полюбой сзади нас там какие-нибудь круги нарезайте, я знаю, что у вас не терпится там совсем. Ой, минус 115. Подожди, я посмотрю, сколько там побед осталось. Блин, мы только две победы сделали из пяти, ё-моё. Да, где-то боёв 5-6 уже раскатали. Ну ладно, хотя бы тренировка какая-нибудь. Это мой клиент, это тоже мой. Да, это нормально. Что вот этого с, короче, спилами, на... ребят, спилами наши. Его первого, который рамы спиливает, вот этого на ассемблер, ну. Я стараюсь ассемблера и этого забрать, чтобы ассемблер вам не мешал. Особенно Миша. Пошли, выходим тогда по центру, потопаем. Ну да. Чем они же сами сейчас придут сюда? Ну ладно, давай ждем. Ну на наш рест вот сюда выйдем. Миша, мне кажется, твоя картонка по имени Молоток живет дольше крушителя. Да не, не. Ну все потому что крушитель, не знаю, выцеливают. Хотя надо молоток выцеливать. Так-то да. Ну это правильно, что он дольше живет, значит все правильно. Значит по крушителю стреляют. ЖД простреливают. Ну ладно, если Верик запишет, сразу их увидим по любой. Давай ждем, не будем торопиться. Тоже ДФ плюс. На собак, великолепно. Едут, ничего страшного, сейчас разберем. А это, Миш, ты говоришь, тебя переутюживают на этом крафте, да? Да. Проблема в том, что смотри, в бочку врезаются, подожди, смотри. Вот врежешься в лицо мне. Ну не получится. И вот так тебя подцепляют, ты наскакиваешь с лету мне на утюг. Так, смотрите внимательно. Нет, это без этого так было. Так, это они просто... смотри, двое на воду походу пошли.
возле воды их ловить. По воде, блядь, давайте все на воде. По воде. Давай на воде, вот они здесь уже. Под капканы, да, пускай они полезут. Один у них вот этот, с другой стороны пойдет. Да они все там на воде. Ну туда не надо лезть. Но они сейчас зайдут реально, прифигеют. Ну затем четвертым с лица не делать. Четвертым тоже на воду вышел, это ассемблер. Капканы только не забывайте обновлять. Пока ну, что нечего получали хоть сколько-то. Ну я чуть накинул, Ваня тоже. Ну я тоже, да, чуть-чуть накинул. Немножко. Так они теперь смотри с другой стороны. Они поняли, что тут говно, блядь, заходить неудобно. И уже заходят, блядь, посюда, алло, смотрите. Так, выбил из инвиза. Они уже здесь. Вот они здесь, все. Тошнилка, тошнилка поймала. Или она меня поймала, нет, блядь, поймала она меня. Еду помогать, ты где? На базе, да? Под это. Ваня, я помогаю тебе, давай. Ребята на нашей базе сильно помощь нужна. Ваня, я минус тошек. Вот он у меня этот, который режет раму. Ваня, помогай вот этот ребят вообще. Ваня, помогай, он рамы распилит сейчас. Вот этого забери, главное. Стоим, дефим. Пускай. Он должен жить, потому что тебе легче всего этого ассемблера поймать. Знаешь что, давай не едь, давай в проход поди встанем. Не едь. Вообще не едь, пускай сейчас будет, пусть он время потянет. Три раза, сейчас четвертый получит. Не надо, не спеши. Да я могу выйти лицом тут ковать и это... Не надо. Я вот его вот так поднастреливаю чуть-чуть. У него хпшки там. Ну что, он тебе ружку выцелит. На захват, Саня, на захват давай. Самый быстрый едет на захват. А мы прожмем туда с вами. Они, им надо, вам с двух сторон, ребят, надо. Так, я с инвиза выбиваю. Саня, он возле тебя. Да, Ваня, тогда этот, идешь на захват сразу. Блять, он отходит на базу. Нет, не едь на него. Саня назад. Отвернись куда-нибудь. Сейчас мы с Ваней дойдем уже и на захват ставим. Нам на захват идет. Не придет, я на захват пошел. Проход, Ваня, мы на захват с тобой. Вместе с ним идем. Да, ты за меня прячься. Так, все, вот он у меня. Давай. На базе, едем. На базе, вот здесь помощь. Давай, все, отдай. Вот он и попал. Все, один ассемблер остался. Хорош. Он уже просто понял, когда мы на захват пошли. Класс. Я думаю, надо тоже дефить, только скорее всего нарезку выйдем на наш. Подсобрал машину, ща испытаем. Ты Макском включай свой. Да там мне ребенок домашку говорит отправить надо. Сейчас туда на центр выйдем или нет? Нарезку на наш выйдем. Ну хотя это плохая сторона, здесь не надо. Пошли тогда сразу к ним в гараж вот в этот зайдем, где они там. Они он едут по этому, по воде. Да, давайте сюда, ребят, вот здесь капкан. Капканы. У меня нет капканов, я только так стреляю. Сейчас, не стреляй, пусть зайдут. Они да, вот здесь за углом стреляют. Они опять что-то, смотри, там потусовались. Вот я с инвиза его выбил. Они думали, мы на базе будем, они хотели там объехать и тут встать, наверное. А, он объезжает. Давайте теперь мы на воду, давайте на воду мы. Нет, нам не надо на воду, там узко, нет. Ты чё, мы там, бля, вон они идут. Сюда, ребят, назад. Зашли с этой стороны. Да. У нас с вами, давай вот этого, который рамы пилит, потом тошку заберем. Вы тошку забираете? Хотя нет, мы тошку с вами заберем. Сразу тошку. Блядь. Сейчас я приеду. Я поехал за сэм. Сейчас, Ваня, сейчас стреляю. Кирк, прожимай, Ваня. Хорош, заберем. А, он сейчас будет так. Все, он пустой сидит. Ваня, давай, пошли. Бля, что? Разъебали. Я думал, вообще у нас все плохо будет, а мы еще даже выигрываем. Да не, нормально, пауки, это хорошая вещь.
Не, вот сейчас нормально, 47. Так выиграли много. Тоже. А я не понял, а почему они все плюс 49, плюс 98, откуда? Потому что они не сливали. Ну, блин, ладно, он тоже с нами сливал. Было слегка, но он же с нами не играл сегодня с первой. Кстати, 40 не, блинчиков стало с первого КВ. И кого мне контрить тут? Но, мой. Не, этого не. Ну, надо тоже, как бы, да. А первый кто был? Заградители, паук. Заграды и... Вот это заграды самые вредные, он, кстати, блин, их вообще тяжело выбить. Ну, да. Они могут жнеца перестрелять. Конечно, они запросто перестреляют. Чё? У них точность там прям точечная. Чё, будем дефить? У них же, в принципе, дальнобойных никого нету, кроме заграды. Испепелитель. Чё делаем? Ну, кидайте давайте капкан. Давить. Давайте посмотрим, что они будут делать. Хорошо, давай, я тоже согласен. Они не будут нападать, да? Ну и все. Давай первый бой на ничью сделаем, а потом, короче... Не-не, они идут, они идут. Ну и хорошо, сейчас... Они не сюда, они не сюда, не сюда. Тихо-тихо-тихо. Вот они здесь. Вот они здесь. На капкан, друг. А, смысл нет. Таня, хил. Сосиска у меня, ребят. Берется. Сейчас, пока. Так, сосиска, политы, не брать я тебе. Все, лысый. Давай, давай, помогай. Заградителя нахуй не надо, блядь. Вот этого. Я сосиску первую забирать и. Сосиска вообще злобная. Блядь, все, я лысый. Саня, ты один. Попробуй, Саня, на захват поехать, паук-то у них медленно. Да, от паука убегай. Давай, тебе нужно вот этого убить и ехать на захват. Да. А так они захватывают. Не-не-не, ничего. Он сейчас сюда подойдет. Блядь, ну надо было успеть его убить. Давай на захват вставай. Паук не дойдет, а ты полоску заберешь. А если он один, тебе... Давай, быстрее. Дронов выпусти, ты быстрее поедешь, у тебя мощность вокруг. А, все, ты проебал, назад едь. Все, дронов, вырубай дронов, убивай их, чтобы они откатились. Инвиз. Ну все, теперь он не даст, блядь, подойти к этому. Это забей, да, прожимайся. Тебе, может, я еще паука закручу? Ты спрячься сейчас, да. А хотя, слышишь, может быть, может. Да, нет, давай, это... пытайся, да. Все, стой, поднимись. Во, запрячься за КамАЗик, запрячься. Бегай, да, вот этой хуйни бегай. Все. Вот так, стой, просто стой вот так. Пусть они его берут. А, отстреливать? Блядь, они уже две секции. Вот этого лови, вот этого, пока он отъехал. Давай. Вот этого лови. Отвези его в сторону, чтобы до тебя тот не достреливал. О, хорош, блядь. Хорош. Ух ты. Стой, открыто не едь. База. Сзади, встань за КамАЗик, там вот есть. Да, вот здесь встань, пережди, дронов перезаряди. Убивай его. А, блядь, убить нельзя, нет. Убивай. Все, стой так. Тебе надо, знаешь как, в инвизе попробовать это. Сейчас... Давай, уёбывай, он видит, что ты стоишь. На базу заезжай сразу. Ну тебе пиздец, конечно. Давай, блин. Блядь, убили, типа как-то это. Да мне сосиска зашла вначале и все, блин. Блядь, какая-то вонючая сосиска, я сейчас, блядь, её... Ну, блядь, я поехал на этого, на крючака. Да, крушак и сосиска, вот это два самые такие. Саня, попробуй сосиску перевернуть, или я... Сосиску дронами, Саня, сосиску дронами забери, пожалуйста. Крушака мы с Ваней заберем по любой. Только вы далеко ушли сильно, ребят, опять. Кондуктор, нажми на тормоза. Так, вон они идут, ребят. Они идут? Чуть-чуть они подошли. Давайте мы тоже подходим, вы не стойте там. Тихо летит. Мы съебали.
Так, паук здесь. Миша, у тебя кто? Сосиску побрил, у нее это только осталось, опрога. Вот это драма. Блять. Я эти капканы, я ебал эти капканы, блять. Сейчас попробую на этого подъехать. Давай, Саня, я тебе паука помогаю. У меня тут сосиска недобрая, если что. А, тут еще. Ну я бритый, блять, все. Утепелитель у них пиздец. Блять, какая-то вонючая сосиска, блять, надо было отбить ее. Какой паук у них, как будет, смотри, блядь. Это лазерная указка, она нагревает как бы, а остальные под нагревом лупит еще. Все, разобрал его. Да, там что-то и живут. Ой, вот. Да нет, все, я тут был, вы не были. Капец, на заградителях, конечно, он вообще мощный. Он их затарил еще так, что их не возьмешь. Бункер прям. Да. Не, ну они у него вокруг это, а рядом с отвалом у него стояли. Они тоже, короче, в КВ пошли сейчас. Давайте, если сейчас проебываем, то... Сука. То продолжаем дальше. Да подожди, сейчас чуть победы сделаем. Три, по-моему, есть, еще две осталось. Все равно же на одном месте же стоим, сильно же не сливаем. Там. Тошек. Ну это наши ребята. Клиенты. Да, наши клиенты, это любой. А первый кто был? Это наши. Цунамщик с капканом. Ну, я думаю, на захват не надо вставать. Думаю, как раз таки вы встанете на захват, а не на может по длине растянемся, а? По правой стороне. Давай. Да. Давай, давай, что, на захват идти. Не-не-не, по правой, по длине. По длине. На коридор вот на тот встанем. Только в этот, Саня, Саня, вперед не лезь. Вперед не лезь. На шею не дави. Так, вот они. Они уже на центр заходят. Подходи, отходи. Давайте тогда сюда. Ну, здесь давай потихоньку заходим на них. Вот он один здесь, в инвизе. Капкан. Цунамщик. Да, цунамщик. Да, он там что сделает. Он много не сделает, я просто пострелил. Они, у них оружие, походу, есть. Да? А вот теперь я отхожу, ребята. Саня, блядь, ну я ебал такой сейчас. Давай этих тошков заберем. Ваня, заходи тошков, а я этих... Сзади тошек вам спину накидывает. Вот, давай его. Давай, давай его, я по тошку шарашу. А мне пиздец. Саня, отъезжает. Как я занимаюсь? Нормально, нормально. Я вот его жму. Я дрон вижу, куцарей. Далеко, далеко. Сейчас давить буду. Кто у них там остался? Мерси. Помимо вот этого. Так, вообще, блин. Ну, на самом деле у тебя на дронах сильный крафт, очень сильный. Зарешал много раз сегодня. О, смотри, длина в этот раз с левой стороны. Как раз это хорошая сторона. Пошли на длину, будем по длине раскидывать их. Вань, налево заходим. Да, этих мы должны выиграть. Такое. Только вы вперед, ребят, не лезьте. Я сейчас на самый угол встану, хотя нет. Хотя да, давай. Буду с этой стороны. Блин, был бы у них хотя бы хавераст один. Только не выходите далеко. Так, они что, разделяются два на два. Я на захват стал. Я с Борисом катаюсь. Тихо. Все, давай простреливаем. Выбил снизу. Я вам тоже там кажется.
Помощь нужна тебе, ты зашел в него? Так, я к вам буду. Ваня, ты на захвате будешь. Не дробаш. Один. Поэтому горит уже тот дробаш. Сейчас добью. Так, выбился инвизор. Нет, помощи прям не мешало бы, но ладно, я сейчас бегу. Убегай лучше с ним. Опа, я тебя закрываю. Добил дробаша. Давай, чуть-чуть осталось, базу держи. Они пока тупые, давай, держите, я сейчас буду в раш идти тогда. Инвиз сзади. Меня, Ваня, по-моему, сзади. Сейчас, все тоже это забрать надо, чуть-чуть уже. Смотри, чтобы по дронам не попали, иначе пиздец какой. Затарань, затарань его. Так, я пустой, ребят. Тоша там. Давай. Вот. Захватываем бор. Давай, живи. Все, я сейчас буду крутиться, пусть он пока тупой меня этот стреляет. Ты, давай, он дурак. Развели. Ой. Ой, еще не развели. Да, развели. Это был развод очка. Да. Хорошо, что у меня еще дроны оставались целые. Ну ты их, наверное, не с рамы, да, спрятал? Я их вообще под раму на два пина утопил. Во-во-во, вот это вообще топ. Они у меня на уровне рамы стоят. М? Ну это крафт хороший, блядь, базару много. Ну я сидел его собирал как раз после тех неудачных попыток. Что, пока подожди, думаем, что делать. Они сейчас базу пойдут, смотри, заходить. Давай их просто расстреливать, если они базу будут, встанут, захватят. Вот, сейчас будем. Давай, мы на базу заходим тогда. Так, Саня, не едь. А вы их там разберите с другой стороны как-нибудь. С другой, если мы поедем, они все на нас. Давай на захват лишь. Вами надо, давайте на захват. Вот так вы уж решайте быстрее, у нас уже, блин, полкрафтов нет. Кинул. Я то, что нормально так дал. Сзади еще один тоже. Забирайте этого тоже. Я вам помогаю, забирайте их. Пока на капкане сядь, забирай. Ваня, держи там один оборону. Чтобы не зашли. Сейчас мы второго заберем. Тошнилка вон та пустая. Вон ту надо ебашить, которая с щитом. Блядь. Извиняюсь. Ребята, сосредоточьтесь. Иди, понючка. А хуй положи, пошли тошнилку, ёб. Так, я лысый. На капкане, все на капкане, давайте. Стреляем. О, давай вот этот тошник хороший. Это цунами такой. Минус. Сейчас движу в бах. Ваня, ты хорошо их держал. Да не, толпой на меня попёрли. Ну они сначала с одной стороны зашли, мы двоих там разобрали мощно, пока ты их сдерживал. Ребят, 2 минуты. Отойду. Давай, только нажми там, тогда не готов. А давайте тоже на перекурчик отойдем. Ну, ребят, еще, по-моему, этот. Сейчас посмотрю. Одна победа, ребят, нужна и все. Сегодня, значит, да ничего, сейчас постараемся еще вот эти полчаса как доиграем, я 400... пойду отдохну. Ну, мне эти 450 очков выручат сейчас конкретно. Я хоть биграмму сегодня поставлю ее наконец, чтобы она крафтилась, спать пойду. Покрашу свой крафт поагрессивней. Да, тоже тема. А хотя, где у меня тут краска? Все, я теперь сама невидимость. Ладно, я на минуту с вами тоже отойду быстренько, ладно? Да-да. Че, гоу? А? Гоу. Еще я Боря не пришел. Все, если я крафт покрасил еще в камуфляжку, теперь вообще, наверное. Если убегать, то самое то. Правильно. Краска тут старая, ее давно еще выдавали. По-моему, в 2018 году. Хуя себе, там ненько уже. Х
халявная, по-моему. Отлично. Не, ну капкан, кстати, спасает тут. Не, капкан, видишь, хорошая. Но в своей команде, не в противоположной. Понятно. Нам бы один хотя бы модуль к Тиму, который капканы снимает. Но я буду себе верик делать. Я подошел. Это. Пусть, короче, Борь, а ты можешь себе аргус потом сделать после лапы? Кого? Дрон, который сбивает этих капканов. А, модуль этот. Сейчас посмотрю. Капкан и прочее сбивает. Это надо что-то продать тогда, чтобы его сделать. Ну, короче, просто сделаешь его вместо доплера, а я себе верификатор поставлю. Максим, подожди, мы полчаса доиграем, потом я отправлю. А сколько? 120 кило, блядь, а я его тоже себе могу тогда поставить. 100 кило всего-то. Чем... А он хорошо капканы сбивает вообще? Он абсолютно все сбивает сразу. И бочки отбивает от тебя, и капканы, и все. Бочки отталкивает? Да, он бочки вообще уничтожает. Не только бочки, он еще этим флейту убивает. Кстати, могу поставить этот модуль, если надо, вместо этого, вместо верификатора. Давай. Поставь, у меня же верик. Блять, я его убью потом. Я его вместо радиатора поставлю. Смотри, Миш, он бочки просто контрит, не дает докатываться даже до тебя их. Он сразу их уничтожает. У него КД большое, видишь? Уничтожает все летящие снаряды в тебя. Мамка, и прочее. Короче, милик, гибрид. Вот крушак один опасный. Первого не успел писать. Крушак, еще кто там? Знамки, милик, крушак, еще кого не увидел. Ну это наши должны быть, по идее, да? Давай в этот проход узкий встанем или просто посмотрим, что они будут делать. Они базу все равно долго не возьмут, потому что мы ее простреливать постоянно будем. Только не лезьте вперед. Угу. Там цунами. Тем временем мы с Мишей. Да. Можем на банан зайти на этот. Пулик какой-то. Он там один стоит. Там один стоит прям. Шки один стоит. На банане один стоит. Это ключа. Давай-ка его заберем. Давай. Да. Надавить его просто. Ну если чего? Я сейчас зайду, он меня сразу. Сзади гибрид. Миша, гибрид сзади. Ох, Миша, гибрид сзади. Тихо. Ну я уже ничего не делаю. Но все равно нормально ты зашел. Держу крушака. Я его шатаю. Давай, крушака добиваем. Бейте его, он меня поджал немного. Бей, крушака. Назад. Блять, это Старт Платину, мы должны их выиграть. Так, у меня сзади этот, милишка сзади у меня. По милишке, Ваня. Стар Платину. Стар Платину одолел за воздух, ну, как и было предписано. Так, давай этого. Да я лопа. Миш, ну видишь, он тебя одолел. Сидит, блядь, осуждаем. Что это арбитр или чего у него стоит? Да, арбитр. Надо Наргизу скрин будет скинуть. The World и Star Platinum. Не, ну вон тот твой это, твое сальто, и когда ты в конце его еще добил, было вообще топчик. Миша, это капец. Я так проорал, блядь. Ага, погнали. Я, блядь, заскринил. Так он, блядь, меня победил, то вот это еще надо было заскринить. Да пиздец, какой он, блядь. Слушай, побережу. А давай подожди, посмотрим, что они будут делать. Ай. Он себя проскочит, я не думаю, что он там меня захватывает. Ауч. У них из 5 того-то ховеров. Че, Ваня, давай перк прожимай. Они захватывают линию. Я сейчас, давайте, танкуйте, вылетайте. Теперь я перк прожимаю. Давай. Все, пошли вон слева это там. Вы обошли бы там кого-нибудь сзади, забрали бы потихоньку. Сзади вы не видим. Он гибрид, блядь, заходит. На меня хоть. Я его колесо оторву.
Отходят. Тихо-тихо, бейте гибрида. Я уже отбил, по-моему, копию, но там мы это... Я его перевернул. Я уже горю, почти. Я горю, ребят, у меня нет. Уберите гибрид. Поменяйте, блин, пулеметы, да, прям вообще. Ох, ты там этот, блин. Как ты его там, блин, арбитр там, ну, 4 арбитра у ховера, это вообще. Миша, это что сейчас было? Ховера заберись с арбитрами. Я вот так. Ховер с арбитрами, оказывается, самый там опасный, блин, вот этот, да. Смотри, что он творит. Думал, аспект. От арбитра-то можно опять? Аспект, конечно, блин, еще бы мы выиграли. Можем попробовать эту взять. Ваня сосиску возьмет, а я утюг на жнецах возьму. Да, Вань, ой, как его, да, Миш, Старплатином вот, оказался сильнее. Вот вам будет эта трэш-пачка. А, стой, подожди, кто, Ваня, ты говорил этот можешь поставить? Ну, да. А тут челюсть, ну, если бы, он там после бочек, в принципе, нормальная, ну, и капканы только, все. Ладно, пошли так. Блять, ой, наши ребята. Да, попробовать можем эти быстрые крафты, короче, взять. Давайте. Мы с Ваней будем по одной цели работать, а вы еще дронами добивать будете, вообще быстро заберем. Просто рашить постоянно будем. Вот это мне больше нравится. Ну один бой попробуем, если прокатят. Потому что там боя и у меня, и у Вани будет просто море, блядь. Потому что мы же с аврорами будем тогда. Там ближе дальних никого, да, нету? Там два дальних. Да, дальненькие есть, не цунамки какие-то. Два не дальние, чистые вы палачи. Обходи, да, вы обходите тогда по дальнему, мы с Ваней на базу пойдем. Давайте. Ну что, Михаил, раскатаем? Да, дальний, смотри, кто-то ебашит. Так, они а там, если все, то не ходите. Да, там все. Это пулеметчик, спектр, вот. Так, первый. Я не смогу. Давай, как закончится, скажешь, я сразу прожму. На мост, ребята. Накинул на него. Вперед. Так, все, мы на базу встаем. Так, я прожимаю, прожал. Выбился инвиза, у вас там инвиз, осторожно. Да, видим. Мы базу держим. Нам, слышишь, надо как-то заехать. Давайте налево, давайте налево, Миш. Прямо-прямо залетайте на резко на его. Прямо там пушкаря. Вот пушкаря заберите и все. Знаете, что за говно? Ох ты, вот он, это пулемётчик. Это палач или цунамка. Ваня, сюда нет, надо. Цунамка. Не, это понятно, это говно, я его знаю. Ясно, ребят. Пошли помогай. Палача к вам сталкиваю. Давай, сейчас заберем. А мне патроны стреляют, уберите пулемётчика. Блин, мы вдвоём по нему стреляем. Сейчас ты его заберешь, давай, забирай. У меня дроны на КД, я откатываю. Что на там, базе, на базе, стоим на базе, просто стоим, все уже чуть осталось, держите. Они даже дойти, по-моему, не успеют сейчас. Ой, тут, блядь, едет. Они тупые, да, они даже дойти не успеют. Хорошая, да, идея была вот так вот, двое на базу, а двое там ходят, выбирают. Я его просто отталкивал за край. Еще видел, мы еще с Ваней сейчас перк по очереди, короче, прожимали, и вообще топчик получился. А мы, короче, с Михаилом залетели, забрали одного пушкаря, другого я к вам скину. Мы можем на раш-пачке попробовать, сейчас вот эту победу сделаем. Давайте. Нет, такой тоже нормально, в принципе, сейчас идет. А мы ради интереса попробуем, просто Ваня на сосиске на хорошей будет. А ты на Гелиус на сосиске? Нет, я не на Гелиус, но я на жнецах вот с Авророй пойду, там вообще топчик тоже. Ну, посмотрим. Все, давайте так же, мы на базу встаем туда. Давайте. Там у них один подали сейчас пойдет. Так, я перк прожал, Ваня. Блин, я далеко. А, они все тут, ребят, возвращаются. Ох, зря я сюда, я назад отхожу. Он, давай одного же даю. Давай. Забирайте, ребят, если можете. Блин, на мосту как. Ваня, черка, что прожимать. Давай вот это вот. Повлачили в полный. Чуть-чуть, давай на захват, Ваня. На захват стою. Давай. Давай вот ребятам поможем добить его. Вы добьете его? Не знаю. У него один остался. А, горит, ну все, добьете. Мы тогда на других разворачиваемся. Бьешь ты его там? Да. На центре помощь нужна. Сейчас я на откате. Давай вот этого фортунчика. Все есть. Бумажка. Вон он. Ваня, вон в этот подарок. А сверху еще один.
Добьете того, кто подарка? Я доберу. Давай, мы тогда с вами вот этого верхнего контра. Ваня, не выходи с захвата. Блядь, ну проебали старплатину, я ва. Давайте забирайте его, мы на захвате стоим. Давай. Пока у нас расстреливает, вы его там с той стороны прессуйте. Грамотно, да, мы в этот раз сделали? Дай-ка я попробую. Или это пачка у них такая легкая? Вообще нормально. А это слип пачка. На что они вообще рассчитывали, я не понял. Так, что, ребят, делаем? 1064. Так, победа есть. Что, попробуем один разок на этих, на быстрых крафтах, а? Что скажете? Давайте. Бери, Ваня, сосисон бери туда, сосиску бери. Капканом без капкана как лучше. Ну ничего, капкан пофиг. У меня был. Капкан нет, тебе ты бери на убой, чтобы оно тебя мочило хорошо. Один бой катнем, если нет, то возьмем этот. Че, нету сосиски? Да, взял сосиску. Отлично. Че, погнали? Ну тут рашить только, рашить и все. Осталось 15. Дробаш первый залетает тогда, Миша, ты первый залетай, я второй. Ваня уже за мной. Ваня, нам по фокусу надо опять. Ладно. А ты уж дронами как государство отдельное. Это да. Хуёво, конечно. Скажи, вот да. Вот Саня твой клиент. Короче, да, с Карпана до первого. Ой, ебать. Тоже мой. Видали движок, где стоит? Я видел, где у него полон стоит, да. И он, скорее всего, на разломе. Давай, короче, по самой правой стороне через дальнюю быстро пролетим. А чё ему этот двигатель, точнее, не поехали, двигатель? Поехали, ребят, поехали. Он скинул его и поехал сразу в вас втыкаться. У него как бы не скры, ничего нет. По фокусу можем работать. Да, по фокусу я и говорю же. Оп, не тарань. Сейчас. Я как бы быстро еду, но не тарань. Вот сюда направо все залетаем. Вот они, вот они, заходим обратно. Они зашли сзади, вот он, Мишка сзади. Сели. Есть, первый гибли. Борис. Сейчас я его. Эй, Ваня, я тебе помогаю. Пилиться, сволочь. Я на подсадку зашел, все, он тут не видит. Повезло мне. Давай, залезай на подсадку. Я скорпал. У меня уже занос, у меня колес нет. Зараза, заехал на эту подсадку, а? Ну я собаку держу сколько могу. А, ну этого вы убьете, парни. Я скорпа сейчас добью. Я собаки накидал. Скорп меня добрил. Скорп минус. Собака к вам едет. Я без оружия. Скорп минус. Я на откат. На захват иди. Смысле вот твои. Собака осталась. Ой. Вот она здесь. Пошли, я не буду. Тихо. Да я, у меня прописка где? Я не могу голосовать. Да он сгорит сейчас. У меня прописка в другом месте, я не могу голосовать. Да. Я не сильно-то хотел, но это делать. Полетели так же, заберем их, да и все. Только полети, чтобы они этот на карту, постоянно на карту. Сейчас повезло, гибрид. Вот такой пачкой я прям с удовольствием играю прям с вами на этом крафте. Поехали, быстрее. Нет. Вон он, скорб. Обещает это... гибрид. Было бы отлично. Скорб. Опа, гибрид в меня. Скорб я обломал от меня. Давай вот по этому по гибриду. По скорпу лучше, наверное. Ну хотя давай этого добьем. Добить на чем-то. Перевернул одного. Так, я попробую на скорпа пойти. Поехали. Сейчас скорпа, давай быстрее помогай, он сейчас заберет. Я его хреначу, но он меня заберет. Давай, Ваня, они на капкане. Давай на скорпа, я тебе помогаю со скорпом. А дай ему пиздец. Все. Поэтому воротливый, а? Кидайте его в меня, у меня еще оружие есть. Да уже все, мы уже добрали его. Я угораю. Сразу надо было, да, так? Да. Не, ну мы даже против гибридов выиграли, это тоже хорошо. 77, да, будет? 74. Нормально. Уже 74? Да. Ну это круто. Ну что, давайте пару побед и все, бронза. Завтра еще дневной КВ борь будешь? Должен быть, куда я денусь с подводной лодки. О, мой клиент.
Мой клиент. У меня тоже такой есть. Мой самолет. Клиент. Дитя братик. Наш клиент. Наш клиент, да. Поедем по крючакам надо стрелять. Он сильно выглядит. Ультиматум Ексус. Че, поехали по низу, по самому правому краю. По мосту смысла не вижу вообще. Да. Давайте быстро разворачиваемся, летим. Вот на крафте у меня прям эффективность поехала возросла. Саня под мосту, ну ты что, не слышал, Саня? Да, да. Пошли я слышу, я за вами всеми поеду, чтобы меня не питали. Прям под мостом по низу, по самому. Миша, ты что там один? Не-не, вместе мы. Давай, залетаем. А, это Ваня там. Вон они заходят. Давай по гелику первому, Ваня, пролетай. Оп, извиняюсь, я буду пролетаю. Сзади дробовод у меня дробовод сзади. Машина противника! Так, у меня первый копья влетел. Я на себя удар принял, ну все. Неграмотно, неграмотно полетели. Я вон от Ваня споткнулся, и Ваня еще помешал. Я могу, кстати, сейчас, если пачка раш, вот такую собаку гелюсную взять. Я убегу. Короче, дробовод прям. Ну, по нему, кабину. Да, как так вышло? Не знаю, мне поехали, дробовод запад. Поехали так же по низу, только полетим не в одну сторону, а по ширине зайдем, по всей ширине под низом зайдем. Слышь, Миш, они такой тактикой играют, что мы как бы в гелика влетаем, а дробовод мне сзади заходит. Потому что я ехал за вами, и дробовод мне уже подъехал. Ага. Дробовода надо мне, блядь, с ним стоять. Тогда ехай сзади. Аида надо ловить, потому что бочка. Ты лучше впереди всех лучше иди с куршаками. Сзади, сзади, разворачивайся. Вот этого давай дробовода. Мне гибрид въехал. Сейчас этого куршака разберу. Я, короче, не забрал. Так, я уже горю. Так, давай гибриды этого. И твой вызвой. Отлично. Теперь ты красавчик. Давай, давай, давай вот этого. Блять, вот этот меня напрягает. У меня один этот спас. Почти, да? Ну, он, смотри, он спокойно на этой собаке гелёсной приехал с конца не спеша. А, я понял. Да ты против него, мне кажется, ничего не сделаешь, он сейчас заберет просто все. Я еще не пробую. Ты к нему мог бы, если сзади заехать. Че, давай тогда я собаку гелиусную тоже возьму. Попробуем такую пачку. Борис, ты можешь сосиску гелиусную сделать? Да блин, мне не до нее сейчас, я никак ее не. Я на ней играть-то не умею. У меня утюг на гелиусах. Просто катаешься сколько. Прожимайтесь тогда. Пофиг. Подожди. Сейчас, подожди, я Джейда возьму. Все, давай, я вот собаку взял гелиусную. Давай, Аврора и 3 гели. Я пойду. 3 гели. А сколько там до конца КВ? Да много еще? 7. 7 минут, грубо говоря, один. Ну да, как раз последний бой твой и все. Надо рашить, если рашить по фокусу аккуратно как-то. Но я думаю, у нас получится. Все равно же с каждым раундом все лучше. Ну мы уже, смотри, уже до 165 доходим спокойно. Помнишь, мы раньше выше сотки не могли, да? Те же самые. Давно не виделись, Калл. Короче, надо мандру последнюю брать. На нее вообще не идите. Хорошо, пошутил. Поехали, ехать надо. Полюбас ехать. Зайдем по самому правому краю. Они все равно в дефе сидеть будут. Они шараши не пойдут. Не, ну насчет мандры я протестую. Сейчас сам знаешь почему. Да лучше знаешь скоро. Точно. Ну да, ну ты заедь на нее и прячься. Направо, Ваня, направо, на самое право. Нам надо забрать. Я заберу Скорпаву и Мандрагуру. Едем, едем. Ваня, ты не, ты не тормози, когда первым идешь. Чтобы не споткались. Просто, Ваня, пятку в пол и вперед. Да, у тебя же крал быстрее получается, чем мой. Я получается, об тебя спотыкаюсь. Ну, я, конечно, сам. Да мне нормально, я еду как в вашем темпе. А, они уже перетянули, что ли? Мандрагоров. Ховера забирать. Шака, один крюшак остался. Забрал. Мандрагору. Да, вон она уже один залп и все.
Ай, у меня еще бычкомет тут. Я пустой. В упор мне бьет. Командра лысая, лысая, лысая. Бычкомет бей. Ваня, назад отходи, ты один остался. Блин, как я тогда нормально этого кружака замочил, а мандра минус все. Мандра, да, мандра говорю, надо забирать. Ты просто по прямой пойдем дальше прожимать. Они думали, что я сам прожимать, что ли? Пускай очков наберут. Или просто по прямой у них. Давай. Саня, на скальпа давай. Давай с балкона спрыгнем. Да, давай с балкона, я тоже поддерживаю. Только это... Посмотрим, куда мандрас или нет, главное. Ах, какую... Два колеса выйдет, серьезно? Прыгаем, да? Да, да, прыгаем. Я кружок на мочу, потому что он на компьютере сидит. Я на скорпа. Ой. Короче, я забрал кружока. Давай скорпа. Ах, бочкомет сзади зашел, засранец тут такой, что ж ты такой? Больше вообще нахуй себе выйдет. Выше против бочки нормальная правая. Мы писать бочки, да, не, вот здесь бы жирная пачка лучше бы зашла, я так думаю. Ну да. Че, жми сразу в бой по-быстрому, если получится. Жми бой. Здесь последний бой, я пойду. Давай, давай. Быстрее, быстрее. Миша, быстрее нажми. Прожимайтесь. Две минуты. У вас ну, разносорты тут как-то... Ну да. Но все-таки, когда у меня этот был утюг на ножницах, лучше был, чем вот эти гелики. Ну, с пауками злые. Тоже, но ненормально с пауками зашли. А что, вот как-то разносорты, сиска, собака на дереве? Да, мы уже под конец просто пробуем разные крафты. Мы так ходили, пачки собраны. Пауки надо было бы сейчас. Да, сейчас бы пауки вообще. Ну, в принципе, таких же уже выигрывали. Нет. Мы, кстати, сегодня против пачки пауков играли. Два гелика нормально, типа, их разносили. А у тебя тоже гелик уже? Не, там у Маракаша. Что делаем, ребят? Едем? Радена. И Дэн с нами сидит. Все, поехали, я за вами. Паша, Паша, подожди, сейчас у нас последний бой мы скатем. Поболтаем. Я отстал, ребята, ждите. Опа, скорб прожал меня. Все, я пустой. Вернее, этот, не пустой, но все уже у меня. Все, меня заберут сейчас. Мне скорб колеса выбил, я больше ничего тут сделать не смогу. Надо быстро этапок сделать, чтобы успевать за всем. Захват, захват. Да лучше вот этот утюг взять. Вот этот. Я больше собаку вот не буду с такой пачкой брать. А, вон тот утюг на жнецах намного лучше был. Он летит. А, собачка, собачка. Сейчас бы хуй выпьешь. У меня одно колесо осталось. Давай, давай, добьешь его, добьешь. Саня, считай, ты один. Вот этот скорб так же меня побрил, за сраный тебя. Опять против физики катается, говно.
часу пожимать. Что делаем, едем? Угу. Ну да, что варианты какие, ехать? Ну вот этот крафт я больше не буду брать. Если бы я вон тот утюг взял, я бы за вами точно успел. Скоро засранец колеса убивает, блин. Значит, колес надо намного больше ставить. Выдал. Вон он уже сейчас зайдет. Ну, ребят, изнурить за выше скоро. Нормально. И рога сейчас бью. Ну и все, пошли, заходим. Я пустой. Не, я этот крафт не возьму больше. Им тяжело очень играть. Надо было в конце мне пойти, зря я первого пошел. Блядь, я Аргус покупаю сейчас, мне заебало. Уван есть. Как он у него? Я на паука только могу поставить, у меня крафты подарок нет. Если прикатер купить. Да, успели нас размотали, да и все. Жми сразу в бой, если успеем, в принципе, быстро же получится. Да все, все уже. Я, короче, взял себе. Я, короче, все, я купил, пошел. Я купил себе верификатор на. Ладно, счастливо, Сань, спасибо, пацаны. На один рейтинг подняли.